Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию. Высокоточным ударом ВКС России и 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, а также 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника 198 районов. Также уничтожены 9 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Коломейцево Днепропетровской области, Котлярово, Березнеговатое и Шевченково Николаевской области, Лежино Запорожской области, а также Краматорск и Малиновка Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Александровка Николаевской области, Брускинская, Райская, Садок Херсонской области, Ясиновка Луганской Народной Республики, Павловка и Петровская Донецкой Народной Республики.